подтвердить покупку. Точно хочешь купить Brawl Pass? Да, ребята, тратим демасы. Всем привет, ребята, с вами Никита. Играем в Brawl Stars. И сегодня в этой серии мы с вами купим Brawl Pass. Как вы знаете, Brawl Stars обновился. У нас теперь идет сезон, называется Базар Тары. И мы можем идти как бесплатному пути. Но, если честно, здесь сундучки просто нереально открывать, потому что нету заданий никаких из квестов. Посмотрите, ребята, два квеста, которые доступны только в Brawl Pass. Оставшиеся два квеста пока сегодня недоступны. То есть невозможно просто собирать жетоны, невозможно открывать сундучки. Ну, еще можем 90-90 жетонов нам дается. Мы еще их можем где-то в каких-то схватках победить, забрать и все. Поэтому, ребята, давайте в этом видосике все-таки купим уже этот Brawl Pass и посмотрим, сможем ли мы добраться до новенького бравлера, до Гейла. Так, ну что, ребята, активировать жмем. У нас есть Brawl Pass за 169 демасов и за 249. У меня 246. Мне не хватает 3 демасика, поэтому покупаем, ребята, Brawl Pass за 169 демасов. Разблокирую награды Brawl Pass и дополнительные квесты. А здесь еще будет плюс уровней, 6 уровней. Ну что, покупаем? Покупаем Brawl Pass. Подтвердить покупку. Точно хочешь купить Brawl Pass? Да, ребята, тратим демасы. Есть, мы купили Brawl Pass. Смотрим, смотрите, ребята, неплохо, мы сразу можем забрать. Это сколько сундучков тут, ё-моё. Ну что, поехали, может, нам какой-нибудь сейчас бравлер еще прилетит. Напоминаю, у меня даже ни одной легендарки нет. Ну что, поехали. Мега ящик. 248 кристаллов. Ой, монета. Так, ничего. Большой ящик. Тоже ничего. Ладно, забираем 100 монеток. Еще один большой ящик. О, тоже ничего. Ну, зато прокачаем немножко наших бравлеров. 100 монет забираем. Еще мегаящик. Давай мегаящик. Что-нибудь там путное это. Ничего. Никаких гаджетов. Так, кого будем прокачивать? Давайте, ребята, наверное, добьем Шелли. О, Ниту можем добить. Нет. Так, подождите. Ниту мы и так, наверное, добьем, тут осталось мало. Давайте Шелли, ребята. Очки силы получает Шелли. Есть. Почти прокачали тоже Шелли. Ну что? Все, мы перешли на Brawl Pass. Теперь у нас большой ящик 14. Ё-моё. Нам надо пройти 13 этап, потом 14. А интересно, а нижние ящики мы будем собирать или нет? И потихоньку нам нужно дойти до 30-го, до 30-й награды, и мы получим Гейла. Ну что, смотрим квесты. Да, видите, нам квесты эти разблокировались, поэтому давайте сейчас, ребята, выиграем бой 6 раз. Все, поехали. Я взял Тару. Нет, я взял Розу. Роза у меня прокачана. На максималках у нее есть даже гаджет, она может травку садить. Ух, не успел. Так, поэтому давайте сейчас быстро накидаем тут ребятам. Я надеюсь. Оп-оп, есть, хорош. Вынесли. Я в траву убегаю, у меня тут суперсила стоит. Это если я в траве, тогда мне по 200 восстанавливается здоровье. Ну что, медведя? Вынеси медведя, не вопрос. Так, отстаньте все. Травку посадим. Ультуха! О, наконец-то применилась. Все равно... Есть, нормально. Есть, хорош, ребята, смотрите, всех вынесли. И забрали 6 кристаллов. Так, подлечимся. В траве отстоимся. Два. Двоечка идет, двоечка. Медведь. Ушел медведь. Хорош. Так, я думаю, сейчас ребята сами вынесут. Хорош. Кто-то к нам летит. Шелли летит. С ультухой. Ё-моё, вынесло меня. Ребята, вынесло. Так, быстро догоняем. Нормально, наша Шелли тоже подлечилась. На, всех тут раскидаем. Куда он убегает, а? Все, ребята, собираем. Куда? Шелли, смотрите, что Шелли творит, а? Подлечимся. Нет, медведь. Ё-моё, медведь. Короче, тут месиво. Произошло около нашей зоны. Мы сейчас быстро повыносим. Так, иди сюда.
Иди сюда. Да, ё-моё, вынесла. Да, не так-то просто. Победа была близка. Я уже потратил все гаджеты. Ну что, догоняем их. Где они там ныкаются? Ага, вот Шерри сидит. Давай. Не успели, короче. Ну ладно, придется еще раз. И еще раз, 6 раз, короче, придется нам попробовать. В общем, я, ребята, решил взять Пенни. Уже сделали мы 5 побед. Ну что, продолжаем играть. Последняя победа, и нам дадут 250 жетонов. И мы перейдем на следующий уровень в Бравл Пасс. Ну что, поехали. Последнюю победу. Сделаем и не сделаем, либо придется еще разочек играть. Так, поехали. У нас здесь вагонетка без тормозов. Главное занять хорошую позицию. И накидываем всем. Так, пока нас вынесли. Ух ты, у них пока. Это плохо. Будет сейчас их подлечивать постоянно. А у нас тоже. Короче, у нас тоже. Видите, в принципе, Supercell кидает одинаково. По весу игроков, бравлеров. Так, расставили. Боха расставил свои ниндзя. Так, вагонетку отъезжаем. Есть, уничтожили эту шею. Забираем ее. Алмазики, кристаллики. Есть, Пока уничтожили. Боха, на тебе. Ё-моё. Меня сейчас прижмут. Так, там Шелли, я смотрю. Не может успокоиться никак. Давайте еще Пока накидаем. Так, потихоньку. Отлично, Шелли там задавила. Вагонетка эта. Ё-моё, бомбочки. Так, не могу взять, тележка едет. Давайте, ребята, подхватывайте. Ё-моё, меня сейчас не подлечили вовремя. Да ё-моё, это футбол заколебался своими бомбами. Смотрите, везде их все раскидывает. Нашего чувачка вынесли. Так, давай. Шелли там стоит. Да ё-моё, смотрите, везде эти бомбёки. Все, короче, они побежали. Побежали с нашими кристалликами. Надо как-то к ним подойти нам. Давай, отходи! Ё-моё. Короче, ребята, переигрываем. Последнюю победу. Ребята, собираем мы кристаллики. Ну что, дотянем? Нет, нас остановит сейчас вагонетка. Так, давайте здесь еще поставим супероружие. Отлично. 8 секунд продержаться бы. Давай, отходим. Расходимся. Все, ребята, фу. Сделали на этих 6 побед, наконец-то. И сейчас забираем жетончики. Да, отлично. Пенни неплохо справляется. Да, ей забрали мы. Забрали 250 жетонов. И в суперпас переходим на следующий уровень. Смотрим. 14-й. Да, ребята, у нас 14-й уровень. Да, отлично. И мы еще собираем бесплатные ящики. Вот это хорошо. Тогда есть смысл покупать Бравл Пасс, а так я уже думал, что нам ничего не светит. Ну давайте откроем, ребята, ящик. Вдруг что-нибудь путное прилетит нам. Ну, конечно же, ничего нету такого серьезного. Ну что, по квестам нам больше, ребята, квесты недоступны. Я не знаю, если честно, как здесь можно прокачивать даже в платном Бравл Пасс наших бравлеров, как собирать эти ящики, когда мало квестов. А, еще есть подарочек. Давайте подарок заберем в магазине. Подарок, так, мега ящик. О, подарок, еще один бесплатный ящик. Вдруг сейчас что-то будет. Ничего. И, кстати, смотрите, мы можем не туда прокачать. Давайте, ребята, забираем очки силы. Вернее, их покупаем. Все у нас сейчас будет тотальная прокачка нитов. Вернее, последняя прокачка. Так, где она? Вот она, нита. Улучшаем 1250. Есть, все, ребята, у нас нита на максималках. Открылась звездная сила, медвежья услуга. Неплохо. И еще есть медведь-шатун. Ну что, ребята, ищем эти звездные силы. Ждем, когда появятся новые квесты, чтобы мы открывали следующие сундучки. На этом все. С вами был Никита. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.